праздником, Актау! В эти выходные поселку Актау исполнилось 73 года. На торжественном мероприятии выступила с концертной программой Карагандинское объединение имени Кали Байжанова. Прошли в этот день также различные спортивные состязания и национальные игры. Уважаемые жители поселка Актау, поздравляю вас с праздником 73-летия годовщины нашего поселка, а также Днем строителей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия. Мир нашей земле. С праздником вас. Я верю, что этот поселок будет процветать, что у него будет будущее. Вместе мы наведем порядок, построим новые здания, отремонтируем дороги. Поздравили в этот день с профессиональным праздником и строителей поселка. Им вручили благодарственные письма. Валентина Михайловна Белобородова. Хочу выразить благодарность всем работникам за их вклад, поскольку они создают фундамент всех городов, всех строек. Цемент, как известно, это основа всего строительства. И поздравляю всех еще раз с праздником Дня строителя и жителей поселка Актау с их днем поселка. Завершилось празднование дискотекой в стиле 80-х и 90-х. Юлия Исланова, Евгений Кон, новости Темиртау.